Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, сегодня поиграем в игру, которая называется Magic Quest. Тапните сюда и выберите башню. Это, ребят, стандартная Tower Defense игра. Так, это у нас лучники. Это, я так понимаю, маги. Это воины. А почему мы за каких-то... Это ящеры или волки, даже непонятно. Ух ты. Призовите... Нормально так мы их прикумарили. А где, интересно, сам вожак? Нету. Так, можно апгрейдить. Так, нажмите еще. О, о-о-о, бежит наш главнокомандующий. Это какой-то лев. Fight me. Давай, беги быстрее, fight me. Так, у нас тут есть заморозка. Ага, просто... Нифига он там бросает свой мод, ты посмотри. Так что ты, разок бросил и все, что ли? Ох, что крутой чувак. А что ты дальше-то не идешь? Походу дела он сам по себе, ребят. Следующая волна. Последняя волна написана. Так, а мы еще, знаешь, мы еще не смотрели вот этих бомбардиров. И остальных всех видели, да? Маги, защитники. Тыдыщ. Они получают урон, когда стоят на огненной вот этой вот дорожке. Ух ты, тут еще и лучники. Так, 160 монет нужно, чтобы апгрейдить до следующего уровня. Давай-ка я лучников улучшил. Ага, вон он теперь строчит как. Так, этот, без остановок. Я не могу понять, почему я главным персонажем не смог сыграть. Ох ты, это кто такой? Слушай, мне напоминает это этого Минотавра Тауренов из Варкрафта. Так, была первая миссия. Ну что, ребят, вторая миссия у нас рулетка. Крутить у нас есть жетоны? Нету нифига. Это башни, я так понимаю, все расписаны. Да? Да. Тут можно еще что ли башню прикупить? И герои. У нас вот этот вот Сэмор. И да, а это уже за деньги, ребята. Зашибись, только один герой мне доступен. Все герои, 699 рублей, нет уж, перебьемся. Ну что, ребята, перейдем на второй этап. Улучшение, ты видишь, да, идет как? Через кристаллы. У меня 2 очка есть, я, значит, могу прокачать. Насколько я понимаю, что... Урон. ХП. Урон и ХП. Поехали. Уровень сложности пока у нас идет нормал. Демоны, воины. Демоны, воины здесь нас будут поджидать, поэтому давай начнем. Лучников поставим. Здесь, конечно же, лучше всего ставить этот. Пускай он вот здесь вот стоит. И, наверное, еще лучников. Поехали. Ну, я на самом деле думал, что будет он как-то пободрее бомбить. Ох, маги пошли еще. Слушай, они поджигают землю, а смотри, по горящей земле, когда они идут, они получают тоже урон. Слушай, ну тогда круто. Так, подойди сюда поближе. Вторая волна. Сколько волн вообще будет здесь? 5. Возьму еще, наверное, магов. Сто 190 стоит. Да, дороговато. Но, наверное, не того стоит, ребят. Запинали. Хелп! Бежит чувачок. Хелп! Его, типа, нужно ему помочь. Давай, беги сюда к нам. Надо, чтобы он, наверное, добежал до конца. Ой, пучи глаза. Это какой-то котик у нас получается. Рыцарей, наверное, тоже надо прокачать. Защитите кота. Да, это кот. Там он написано. Защитите кота.
Блин, а их, по-моему, многовато становится. Так, котик добежал. Что нам дадут за защиту кота? Ничего. Последняя волна. Я думаю, что мы справимся здесь последней волной. О, они даже достают до сюда. Ну, так это хорошо. Двойной залп им точно не помешает. Давай, поджигаем землю. Видишь, вот эта вот земля, ребята, она горит. И стоя на ней, они получают урон. Три звездочки, как с куста. Слушай, а тут можно увеличить же, я так понимаю, улучшить. Короче, ребята, я посмотрел рекламу, и мне ничего не дали. Обманули, одним словом. Слушай, а тут прокачка есть? Скиллов или вот что-нибудь еще? Так, башня. Так, а тут есть, ребята, мы можем прокачать. Хм. А эти башни, значит, за деньги? Ну, это трындец, конечно. Это какой-то бред. Давай апгрейдим. Что это за донатная игра? Причем сплошь донатная. Получается. Башни за деньги, персонажи за деньги. Ладно, я поиграю теми персонажами, которые мне доступны. Так, они пойдут отсюда и отсюда. Я думаю, что здесь, наверное, стоит поставить бомбардира. Так, ты пойдешь, наверное, вот сюда у меня встанешь. Еще бомбардира. Так, здесь поставим лучников, а вот здесь поставим магов. И смотрим. Так, вот здесь, кстати, тоже поставить надо воинов. Фига их тут сколько? Сколько волн? 5 волн. Блин, теперь они пойдут с двух сторон. Поехали. Тут 50 нужно для... Опа, уже рыцари пошли. Крестьяне закончились, да? Так, прокачиваем тогда наших воинов. Опа. По ним, кстати, маги очень хорошо заряжают. Надо это учитывать, момент. То есть по бронированным чувакам бомбят очень круто маги. А вот это что за кристалл такой? Я сейчас только что заюзал. Это, наверное, кристалл заморозки, скорее всего, был. Слушай, вот здесь, наверное, тоже надо поставить, блин, ну да, бомбардиров, в принципе, нормально будет. Мага прокачал чуть-чуть. Вот здесь, наверное, тоже надо поставить мага одного. Окей. Прокачиваем еще одну башню и вызываем следующую волну. Это предпоследняя. Так, сейчас деньги накопятся, я, наверное, вот здесь все-таки прокачаю наших воинов. И мага. Пока справляемся. Последняя волна, смотрим. Слушай, вот на мага почему-то, ребята, бомба вообще очень плохо действует. Так же, как и на рыцарей. Ну, рыцари хорошо разбирают маги. На тебе. Правильно, этот все бросает, все как надо делает. И все. Да, друзья, на 3 звезды. Нет смысла смотреть рекламу, ребят, потому что все равно награду не получаешь. Ой-ой-ой, я-то думал, что вот это вот вся карта, ага. Держи карман шире. Что здесь у нас? Отсюда и отсюда. Ну, и в таких местах, ребята, самая норма — это ставить бомбочки. Нашего парня сюда. Здесь поставим воинов. Вот здесь они пускай стоят. И надо, наверное, поставить мага. Мага здесь и мага вот здесь. Плюс лучник. Не знаю, одного воина хватит ли мне. Одной башни воинов, я имею в виду.
Ну, если что, на худой конец мы сделаем здесь магов и лучников здесь. Воу-воу-воу-воу-воу. Так, давай-ка, парень. Жги землю. Все, моментально сгорели на этой земельке. Прокачиваем магу и, наверное, не хватает мне на бомбардиров. Лучник тогда. Тут уже 6 волн будет. Бегут, бегут рыцари, охламон эти. Наверное, сразу следующую волну вызову. Прокачаю лучников. Лучники уже на 3 звезды прокачаны у меня. Да жги ты этой-то. Так, 2 звезды, да, получают они. Защитите кота. Вот опять у нас тут бежит. 3 звезды у нас уже имеют наши защитники. Так. Ну, что-то тут... Тут уже заварушка серьезная, друзья. Ты посмотри. Ну-ка, там и спасем. Следующая волна. Это предпоследняя у нас идет. Выше 3 звезд нельзя прокачивать башни. Понял? Так, кота спасли. Надо мага, наверное, прокачивать. До 3 звезд. Опа! Они, ребята, хотят пройти. Но я не позволю им этого сделать. И последняя волна. А почему стражников всего 2, а? Когда прокачиваешь башню, обычно там прибавляется по одному стражнику, но не в этом случае. ...230 нужно, чтобы прокачать нам мага. Ну, пока... Хотел сказать, пока мы их держим. Да, ребят, мы их держали. Рейд я не буду вам повышать, потому что вы сделали практически полностью донатной игрой. Идите вы, как говорится, в задницу. С такими замашками. Тут получим бочку. А это кто такой? И получишь, говорит, награду. Хотелось бы мне верить в это, что я получу награду. Одно очко есть у нас, да? Молот прокачаем тогда. Ну что, подожди-ка, а что тут у нас? Эвоки, это помнишь, это из «Звездных воинов»? Эвоки эти мелкие медвежата. Но здесь нету ничего бесплатного. Чего вы мне показываете-то? А, есть, есть, ребята. Да, но тут дали жетон все-таки. Один. Что нам выпадет? 25 кристаллов. И теперь они начали меня кормить этой рекламой. Через каждые 5 секунд. Ну что, давай еще тогда уровень 1 пробежимся. Угу. Круговушечка, да? Круговушка собственной персоны. Так, поставим мага. Здесь лучников. А здесь, наверное, вот так вот сделаем. Давай посмотрим. О! Какие-то волки, я так понимаю, не собаки, наверное, волки. Но они легко разбираются. Может быть, нам этого все-таки сюда взять, поставить? Этих надо прокачать чуть получше, потому что они не достреливают. На тебе. Так, я докачаю до 3 звезд наших воинов.
Давай, наверное, сразу вторую волну. Блин, ну главное не переборщить, а то сейчас навызываешь, потом как пойдет на тебя орда вся эта, фиг ты что успеваешь будешь успевать делать. Пока более-менее все нормально. Все под нашим контролем. Маги опять эти злосчастные. Следующая волна, 257. Вот так вот мы прокачаем, чтобы доставать просто-напросто. Ну, пока все довольно легко. Так, ну тут 7 волн. Так, мы на четвертой. Слушай, маг с двух ударов сносит теперь рыцари. Здесь прокачаю тогда. Лучников. Мага тоже надо будет на 3 звезды вкачать. 230 монет нам нужно. Ну куда вы разогнались-то, эй? Партизанчики. Предпоследняя волна. Че, будем? Ну, будем, конечно, сейчас. Вот так вот. Ох, ё. Ой-ля-ля, ребята. Блин, кто же знал, что тут босс будет еще? Еще собаки тебе бегут тут. Так, попробуем. А бочка как работает? Так, я не понял, как эта бочка работает. Но босса мы запинаем. Замечательно. Да, жирный, конечно, был, но все-таки завалили мы его. И это все на 3 звезды. Прокачка. Это 2 уровня. Может быть, нам... А, следующая прокачка вон она что дает. Ладно, сделаем. 510. 510. Совсем, что ли, брякнусь? Да. Ну что, ребята, на сегодня я буду закругляться. Всем большое спасибо за просмотр. И до новых скорых видосиков. Удачи вам.